Приветствую вас, мои дорогие друзья! Я вас поздравляю с закрытием 12-го каталога. Сегодня стартует 13-й каталог, и с вами Лилия Донскова. И в этом видео мы вместе сделаем первый заказ из 13-го каталога. И, как я говорила, я хотела заказать себе колечко малиновый гранат, потому что я взяла серьги, я в них влюбилась, и мне они безумно нравятся, но пока их нет в наличии. Я пробила все коды, начиная с того, который мне нужен самый средний, поэтому я вот так вот удалю их, а потом добавлю, когда мне нужно будет. Кстати, можно было нажать на колокольчик и увидеть, появились они или нет. Но я просто пробиваю в корзину и потом захожу каждый день, несколько раз проверяю. Что я беру в этом заказе? Смягчающий крем-гель для интимной гигиены, смягчающий лосьон для интимной гигиены. Они на последней страничке по очень выгодной цене. Беру пока один набор со сливой и мирой. Очень хочу попробовать, обязательно запишу отзыв. И он идет по акции при заказе. Если в 12-м каталоге был заказ на 1000 и в 13-м на 1000, то один из продуктов с последних страничек — это астаксантин, капсулы королевский бархат для лица с маслами или набор можно взять. Если было 2000 в прошлом и в этом 2, то два любых продукта. Если в прошлом не делали, а в этом делаете на 2000, то также можете один какой-то продукт выбрать. То есть на каждые 2000 один любой продукт. Беру наборчик, очень вам рекомендую. Мыло и крем для рук пряный цитрус. Это нереально крутой набор. Именно в наборе брать выгоднее, чем по отдельности. Но когда вы пробьете их вместе, то увидите, что цены изменятся. Например, мыло стоит 144, а стало 81. Крем для рук был 168, стал 94. Конечно, цены приятные. Беру зубные пасты по одной штуке, потому что запас есть, но все равно хочу пополнить запас. Диффузор давно хотела, давно о нем бредила, грезила. И сейчас беру, почему, сейчас чуть позже сами поймете. Сыворотка-концентрат обязательно, прям рекомендую, если чувствуете, что начинается дряблость кожи, шея, вот тут кожа становится менее упругая, то пептиды решают эту проблему, по крайней мере, у меня результат очень крутой, очень, поэтому беру с удовольствием, давно на них не видела скидки, и это классное предложение. Беру два антибактериальных средства с органическим чайным деревом и лаймом, и беру три маски тканевых с персиком, и тадам, чуть ниже проматываем, смотрите, в подарок, вернее, за 1 рубль 5 патчей с киви. Это же очень круто, а так они стоят 215 рублей. То есть экономия 1075 рублей. Далее, я вот сижу в раздумьях, брать, не брать, потому что мне в бизнес-центре сказали, что открывают снова программу для официальных обозревателей, и мне показали список продуктов новинки ОНТ, что нам все должно добавиться. Но сегодня пока видно, может быть, еще настройки не сделали, сайт только открыли. Поэтому я, наверное, пока удалю и подожду до завтра. Может быть, появится, я тогда просто их дозакажу. Смотрите, если берем один из продуктов серии ОНТ, то очищающий бальзам для лица, который можно также использовать для демакияжа с кожей вокруг глаз, идет с огромной скидкой, всего 423 рубля. Это классное предложение. Хотела взять резиночки, нет наличия, но зато у меня в заказе есть wellness pack для женщин, это уже идет второй цикл, шаг один, и та-дам! Коктейль для контроля веса также проходит за 799 рублей. Это очень крутая новость. И также у меня в заказе третий шаг Wellness Pack, он идет в подарок. Посмотрите, какая крутая акция, ее, кстати, продлили до Нового года. Если вы заказываете Wellness Pack или коктейль какой-то для стройности веса, для контроля веса, или просто коктейль для перекусов, супы, еще какие продукты, по-моему, детские витамины, детская омега входят, то всего два раза покупаем по цене каталога, да, минус скидка 20%, а третий раз приходит за 1 рубль и начисляют баллы. Баллы тоже начисляют, это очень классно. Таким образом, можно легко быть в премьер-клубе и зарабатывать дополнительные бонусы. Пока такой заказ, честно, даже не работала еще с клиентами, даже в чат каталог не скидывала, потому что, ну, что-то я зарапортовалась. Но у меня такие клиенты, они сами потом напишут: Лиля, давай, погнали, надо. Так, что здесь еще нас ждет? Смотрите, эксклюзивно онлайн, у нас есть распродажа, я еще не смотрела. Решила, что посмотрю вместе с вами. Ночные крема для ног, кстати, хорошая цена. Ой, как я люблю вот этот классный увлажняющий крем.
с авокадо. Я сейчас им пользуюсь. Он такой прям густой, жирненький. Очень классный крем для загрубевшей кожи. Отшелушивающий. Маска. Это очень крутые продукты. Все это я использую. Кстати, гель для тяжести, для снятия тяжести в ногах очень хорош. У кого ноги отекают. Шикарные помады эликсир. Они, кстати, достаточно стойкие. У меня есть один оттенок, но я его почему-то здесь не вижу. У меня теплый кашемир. О, адаптивная тональная основа с такой скидкой огромной. А я вот только прям открыла флакончик. Какое выгодное предложение. Супер. Супер, супер. Еще что? Сыворотка-размягчитель тоже, кстати, нужная вещь, да, от натоптышей, у кого мозоли бывают. У меня такой был, и чуть-чуть там еще осталось, поэтому пока использую. Шикарные вот эти гели с натуральными эфирными маслами. С ними принимать душ одно удовольствие. Просто вау. Так, карандаш для глаз On Color. Они, кстати, небольшие карандашики, имейте в виду, они прям вот там где-то вес, когда вы нажмете, вы можете посмотреть описание. Карандаш-подводка для глаз механический, всего по 143 рубля. Это очень хорошая цена тоже, кстати. Ого, сколько для губ карандашики. Мне качество нравится очень. Даже больше, чем карандаши в серии Giordani Gold. Потому что там только мак хорошо рисует. Так, что-то я пропустила. Так, аромат мужской, Be Happy аромат. Он такой, знаете, пряный. Для бровей карандаши вот эти очень хвалят. Я не брала, я тенями пользуюсь. Вот, наверное, моя теплый кашемир здесь выбралась. Так, что здесь еще интересненького? Я обычно всегда распродажи просматриваю. И бывает, здесь что-то находишь такое прям вау-вау-вау-вау. Смотрим дальше. Смотрите, набор Divine Exclusive, набор Soul. Ого! А я только купила аромат Soul. Набор Royal Velvet. Кстати, можно добавить в корзину, а потом посмотреть, что входит в набор, потому что здесь почему-то картинки не открываются. Набор Optimals, да, вот Botanicals. О, вот это надо посмотреть, что будет. Набор Сочное яблоко. Что это может быть? Посмотрим. И набор Клубничный десерт. Так, это все мы добавляем вот так в корзину, потом почистим, там удалим, если что-то не нужно. И та-дам! Самое главное, ты можешь забрать подарки компании «Создай свое утро». Так, сколько баллов я накопила? 1325. И сейчас прямо забираю масла, поэтому и диффузор. Поэтому и нужен диффузор. Набор стеганых наволочек беру за 1 рубль. Мне нужно. Покрывало стеганое. И еще 525 баллов остается. Я буду пока копить. Надеюсь, да, еще у меня много новичков. Огромное количество делают заказы. Поэтому 525 баллов у меня есть, а мне нужно 900. То есть мне остается 375 баллов. И я заберу еще постельное белье Адам. Я, конечно, хотела, целилась на 30 тысяч рублей, но 2500 баллов как-то, да, немножечко не дотягиваем. Еще много, поэтому заберу. Классным для ванны, для, ой, вернее, для спальни, суперским набором. Кидаю в корзину. Кстати, все по 1 рублю. Это супер замечательно. Так, сейчас дождемся, когда все улетит в корзину. Почему-то долго грузит. Так, все улетело в корзину. Смотрите, вы можете забрать набор из 10 каталогов следующего периода за 329 рублей. Слушайте, классное предложение. 10 каталогов это... А вот 25 это уже много, а 10 прям вот взять и раздать кого-то, да, обеспечить. Ну, так. Наверное, надо взять. Наверное, надо брать, пока есть, то потом кончится. Итак, пойдемте посмотрим в корзину, что же добавилось из этих наборов, мы хотя бы их рассмотрим. Посмотреть компоненты набора. Так, смотрите, подтягивающий крем и ночной крем «Королевский бархат» входит в набор. Набор Botanicals входит мыло, ух ты, мыло обновляющее, средство для душа и крем для рук. Супер. А сколько он стоит, набор? Набор 599 рублей. Набор сочное яблоко. Ага, это детский наборчик. У нас шампунь для волос и тела и детское мыло. А набор клубничный... Да, так я и думаю, что это тоже будет детский набор. Так что вот как мы действуем. То есть мы берем и вот эти вот, да, я потом наборчики вот эти удалю. Ой, не по одному, да, надо все удалять было. Не то сделала. Так, собираем. И вот тут, например, я нажимаю минус. Минус.
Так, что то, что я не буду брать, я просто нажимаю на минус, и оно все из корзиночки убирается. Так вот, закрываем, сюда сворачиваем и на минус. Следующий шаг, как я вот этому всему рада, просто рада. Следующий шаг, нужно выбрать доставку. Место доставки я выбираю пункт выдачи, вы вот так можете получить в пункте выдачи. Тут сначала тип, куда вы хотите, партнерский офис, постамат, пятерочка. Здесь выбираете свой город и потом выбираете пункты, то есть либо по карте смотрите. То есть здесь, если не разберетесь, обязательно обратитесь к своему наставнику, чтобы вам помогли. Следующий шаг – оплата. Здесь вы выбираете, как оплатить, картой, например, или так, да чуть-чуть сайт подвисает, ну, неважно. И потом только нажимаете «Оплатить заказ». Я еще заказ весь перепроверю. У меня почему-то не добавилась еще скидка на первый день каталога, поэтому еще сайт подглючивает. Вот и все. То есть нажимаете «Оплатить», да, «Оплатить» или «Завершить заказ». Просто я здесь вот оплату выбрала такую вот, которую я вот так оставлю перед получением. И тогда можно будет нажимать «Оформить заказ», а «Оплатить потом». Я вам желаю классного каталога, приятных покупочек и до новых встреч. Если видео полезное, ставьте лайк. Всего вам доброго. Пока-пока.